Добрый день, мои дорогие друзья! На данном видеоролике я хочу вас познакомить с новым мульчирователем от компании Toscana, официальным представителем которой является компания Агроформат на территории Российской Федерации. Данная модель называется DPKS-02. Ширина захвата данного мульчирователя составляет 2 метра, а габаритная ширина 2,25. Этот мульчирователь имеет вес 820 кг, что достаточно много для альтернативных моделей с подобной шириной захвата. 820 кг это означает, что мульчирователь мощный, тяжелый, справляется с большим объемом биомассы, с веткой диаметром около 7-8 см, отлично подходит для уничтожение поросли на заброшенных полях, для ввода этих полей в эксплуатацию, для расчистки территорий. Давайте поподробнее ознакомимся с узлами данного мульчирователя. Как мы можем видеть, навеска двухсторонняя. Это означает, что мульчирователь мы можем повесить как на заднюю навеску трактора, так и на переднюю. Редуктор со сквозным валом. Передаточное усилие от редуктора на ременной узел передается с помощью кардана, который спрятан под этим кожухом. Вот такой карданчик мы здесь можем видеть. И давайте обратим внимание на рабочие органы данного мульчирователя. Молоток. На данном орудии их установлено 24 штуки. Посмотрите, какой ротор. В диаметре ротор составляет 21 сантиметр. На верхней части этого мульчирователя мы видим специальный контрножи. Они нам нужны для более качественного измельчения биомассы. На мульчере установлены два ряда подшипников. Основной подшипник находится в роторе с внутренней части бункера. С внешней части бункера мы видим дополнительный страховочный подшипник, так называемый, да, который помогает этому большому ротору находиться в правильном положении и правильно работать. С задней стороны мульчирователя мы видим опорный каток и также специальный чистик. Как раз таки этот чистик, он предотвращает налипание на опорный каток грязи, когда мы работаем по влажной земле. Он же этот чистик выполняет функцию защитной задней крышки. Его можно убрать, когда у нас большой объем биомассы, большая трава, много ветки. Для лучшей проходимости мульчирователя можно этот чистик снять, но работать придется только в сухую погоду. Значит, этот мульчирователь оснащен смещением по оси трактора. Смещением гидравлическим, соответственно. Вот мы видим гидроцилиндр. В комплектацию с мульчирователями Toscana входит карданный вал на 6 шлицов. 6 на 6, так называемый кардан.